Мексика, 1980 год. Для наших организаций открылась возможность. У меня есть план. Мы ищем себе партнеров. Партнеров. Я создаю здесь империю по мотивам реальных событий. Агент Камарена, с приездом в Гвадалахару. Спасибо, сэр. Попал в пустыню? Значит, будут змеи. А это кто? Мигель Феликс Гальярдо. Марихуановый Рокфеллер. Ты его уделаешь? Угу. Пейс. Ride, white line highway, tell all your friends they can go my way to up your nose or through your vein with nothing to gain except killing your brain. Я еду в Колумбию. Ты с ума сошел? Бизнес меняется, а мы вместе с ним. Полная машина денег. Кокаин. Давай, чё? Давай, давай! Рожденные в хаосе, объединенные алчностью. Их наркотик – власть. За главного из главных. Салют. Рождение мексиканской нарковойны. Нарко. Мексика. Если кто-то там чем-то недоволен, меня легко найти. Смотрите в ноябре в локализации студии «Кубик в кубе».